Дальше. Боковой галоп. Руки на пояс. Боком. Пошли боком. И. И. Раз, два, три. Ноги, ноги. Ну что, девочки? Давайте, давайте. Руки в Эля. Аккуратно. Стопы, стопы, стопы. Боком двигаемся плечиком. Руки на пояс. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Тася, ну смотри, голову-то на плечо поворачивай. Вот. Четыре. Раз, два. Руки на пояс. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И раз, и два, коленочки, и раз натянуть, еще, Соня, натяни руки, и шаг, и раз, и два, или аккуратно, и раз, и два, доводи, доводи ногу, вот Эля дома не тянулась, где растяжка, Велислава, где растяжка, нормальный домах делайте, Эля, держи дистанцию, либо отойди в сторону чуть-чуть. Шаг, мах, за плечо, правую, правую руку. Шаг, мах, и шаг, мах, и шаг, мах, и. Только правую, только правой, потом только левой. На всю стопу опустись, Велислава. Что за там за тур, дистанция? Быстрее, быстрее, Федотова, двигайся еще. Раз. Рука спереди должна быть, Полина. Шаг, нет, я имею в виду, когда кидаешь. Хорошо. Шаг и мах. Ну, конечно, ну только вставь ногу. Вот это. Шаг и на маху, да, еще. Где растяжка? Лисава, руки держи. Руки натяни. Куда ты двигаешься, так не слабо тобой. И шаг, и. И одновременно, сразу корпуса, вот сюда, смотри, я сделала, и опять корпус подняла, поднимай руки. Тут ножки меняй, право-лево. Нога на полу не отрывается. И три, и четыре, и раз, и колено два. Где шпагат? Три, и четыре, и раз, и два, и коленки прямые. Два и три. Ноги натяни. Ну куда ты? Выбирайся корпусом полностью. Подними руки. И раз. И два. И три. Колени четыре. И раз. И стопа. Куда ты перевернула ногу? За бедро полностью. Как вообще? Мах. Да, мах. Сильные ноги.
открываешь, ты чё легко открываешь в состоянии? Вот сюда ты должна запахнуть. Вот видишь, ты чувствуешь где? А ты мне ее вот так выворачиваешь, вот, натянись вот здесь, тоже натянись. И, мах, и, мах. Кор головой и корпусом туда, к ноге, вымахнуть. Нет, ты мне косёт, здесь мне надо прямую ногу. Прямую ногу. До этого, назад, к ноге, прогинайся. Отсюда, и, раз, и, два, и, раз. Да, 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 прогинайся. И, раз. На прямых ногах. Не падай. Ну все, на голеностопах пошли. Руки убрали назад за спинку. Спинка ровная. На прямых ногах. Раз, два, три. Выдавливаем на большой палец. Раз, два, три. Еще Смирнова на большой палец выдавливаем. Раз, аккуратно. Два, идем, идем. Я заметила, они теперь все. Куда ты завалилась? На мизинец? На большой палец. На большой, вы же умели все ходить, вы чего? И, два раскрыла, тяжко, и, раз, и, два. Так, руки. Раз. Лучше вот здесь, третью позицию, домиком. Ты открой сперва одну руку, а к ней подставь другую. Открой ее наверх, первую руку. Раз, первую руку. Раз, и вторую подставила. Что у нее руки заносит? Не Сава, течет. Теперь смотрите, девочки, да. Что мы будем делать? Мы сейчас
несколько раз. И вот отсюда мы себя закрутим вот так, в крокодила. У нас должен быть корпус параллельно полу. Рука у нас, смотрите, как заводит нас. Она отсюда заводит нас. И выводит вот сюда. Вот в таком положении руки должны быть. Только попробовали. Вы должны корпус не уронить. Корпус держит. Все, хватит рассуждать, надо съесть. Готовы. И раз, и два. И два. Нет, вот ты отсюда взяла руку, смотри. Вот, ты сделаешь выход, и отсюда ты уже корпус наклонила. Он не так, а он уже наклонился. Вот так. Видишь, как я наклонила корпус? Я отсюда взяла руку, я уже сразу делаю. Да, да. Очень долго стоите! Эля! Ну что, 2 часа стоите? 10 раз попробуйте и получится. Что вы ждете-то? Вот, и заново начинай. Пробуй. Если ты будешь стоять, у тебя не получится. Нет, а надо пробовать. Просто шпагата довести. Вот где ваши шпагаты? У кого есть шпагаты, могут довести. Да голову. Вот так ты проходила, ты же корпус тянула, да. Ты же корпус держала, вот крокодильчика, встань, крокодильчик. Вот, корпус крокодильчики прямо. И в планше просто нога ушла наверх, а корпус как в крокодильчике. А вы мне опять вот туда, голову этим живот. Правильно, ты поросёнок тот же самый, да? Вот передний начинок. Раз, склонилась. И два, выдох. Не торопись, не суетись. Сделай как бы одну большую хорошо. А потом ты всё время не работаешь в ванной. Швара, я не могу на ночь. Давай, ты можешь покупать. Давай покажи. Руки ближе к ноге поставь. Еще ближе, дотяни носок. И я планшет. Убежала вниз. Сделай другой, какой тебе удобно. Давай, и раз, два, пять. В потолок ножку натяни пальчиком. И устала 4. Красота-то какая, ой, не могу. Чтобы так без рук было. Ну ничего, научится скоро. Колено, колено, давай, крути. Класс. Ой, простите. Соня, сюда, носочек не дотянула, сделать, так болталась и нога. Что? Вот, сжать. Ну вытяни. Раз, вот так, сильней. Два, не маши ногой только. Три, колено натянула ноги. И 4. Сошли. Вера, молодец. Свела. Ну, давайте. Вот, давай,
Еще раз. Вот сразу же начинаем. Не стой, не надо 2 часа. Нет, Полина, мы делаем позже. Вот этой рукой ты замах-то не делаешь. Как ты крутишься? За счет чего ты будешь крутиться? Руки-то согни, я отсюда руки вымахну. Мотивируем ленточкой, девочек, чтобы получилось супер. Надо ей в другую ручку взять. Ага. Давай еще. Хорошо, раз. Нет, ты ее вот сюда возьми, а вот на Е сюда. Вот эта лента будет. Вот теперь тут ты ее сюда убедись на фильме. Переднюю ножку. Давай, да, еще раз. Ты на ленту смотри, когда крутишься. Ты в пол смотришь. Давай, работай. Давай, еще работай. Вот, молодец. Давай, еще раз. Юля, дает тебе? Раз. Давай, ты проверку вот сюда уберти. Вот ты сделала? Ну, давай. 3 и 4. Теперь вылез рядом, удали мне ручка, ножками ко мне, ручками. Поднимай, Лислава. 4. Стоп, и натяни. Куда ты попу поднимаешь? Нельзя. Натянула медленно. 2. И раз. И медленно опускаешь, чтобы пола не касаешься. Стоп, и натяни. 2. И 3. И 4.